Всем здравствуйте, меня зовут Наталья Сизых, я нахожусь на этапе разработки своей идеи, но сегодня появилось название, и это очень классно, оно меня вдохновляет. Русская женственность — это про что-то очень такое масштабное, но при этом глубоко наполненное смыслом. И вот креативная экономика, про которую сегодня говорил Олег Иванов, мне очень откликается, потому что я человек из бизнеса, я много лет проработала в нефтегазе, в металлургии, была топ-менеджером на медном проекте и в итоге сменила профессию на психотерапию, потому что для меня всегда был важен человек. Мне очень хотелось, чтобы каждый из нас в обществе находил свое место и реализовывал свою суть, свой потенциал. И несмотря на то, что женщины могут добиваться большого успеха в бизнесе, это не всегда идет в согласии с их природой. Поэтому мой проект задуман как воссоздание здорового общества России через работу собственной самоценности и возвращением к женскому. К женскому, чему-то глубинному, что находится в нашем культурном коде, а не то, что нам навязывает Запад, какие-то ведические культуры, вся эта трансгенерационная, трансгендерная политика и так далее. Здоровое будущее поколение, потому что с женщины начинается семья, и именно женщина является главным человеком в жизни ребенка. С ней он строит отношения, которые потом понесет в социум. Миру, потому что миру нужно новое видение и ценности России как возможного образ будущего. На самом деле это и личный опыт, и профессиональный опыт, и текущая повестка. И, наверное, еще тот момент, что много психологов работает, я много слышу историй клиентов про депрессии, про эмоциональное выгорание и про сложности в семье. Но как будто бы у нас нет вот этого образа будущего, идеала того, какая она современная женщина, и на что ей ориентироваться, как ей слушать себя, свои ценности, и при этом соответствовать требованиям современного мира. При этом есть вопрос, открытый для обсуждения. Очень трудно померить эффективность и предложить какие-то метрики, по которым этот проект можно было бы реализовать, доказать его результативность. Если у вас есть какие-то идеи, у нас есть 5 секунд, я была бы рада их слышать. Спасибо. Природа и физиологическая, и психологическая, и любая. И вот вернуться к ней, вот в этом суть. Может быть, женщина эволюционировала и в обществе как находится в таком положении, что не надо ей никуда назад отказывать. Ну, судя по тому, что я слышу в кабинете как психотерапевт, нет, женщине точно нужны решения и дела. Нет, мечтает, чтобы ничего не делать, наверное, вот в вашем понимании. Откатиться назад, быть просто русской красивой женщиной и не думать ни о чем. Один из стереотипов, который навязан в Инстаграм, и это не то, что является сутью. Так может быть, какие-то стереотипы тоже другим навязывают. Кому понравится, тот выберет, а кому не понравится, будет пользоваться другими стереотипами. Спасибо за интерес. Вы же тоже будете это навязывать. Навязывать и предлагать — это несколько разные подходы. Юрия Аминченко и консультацию одного из наших прекрасных экспертов.